Рубрику «Уполномочен заверить» представляет Нотариальная палата Пермского края. Доброе утро! Продолжаются наши встречи с людьми, которые готовы помочь разъяснить самые разные трудные житейские ситуации. И сегодня мы говорим о том, что подержанный автомобиль при всей радости покупки может стать для вас большой головной болью. А почему? Нам расскажет Мария Беспалова, нотариус города Перми. Мария Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Итак, вот вроде бы счастливое событие, тем более никаких больших проблем с оформлением документов не надо. Человек купил автомобиль у другого человека с пробегом, машина в хорошем состоянии, все прекрасно. Какая здесь, какие подводные камни могут быть? Ну, как все знают, что у нас покупка нового автомобиля чаще всего происходит в кредит. И в этом случае автомобиль считается заложенный банку. То есть что означает, что если вот такой владелец не будет гасить кредит, то в этом случае банк может этот автомобиль у человека изъять. И в этом случае есть большой риск для покупателей подержанного автомобиля как раз-таки купить автомобиль, который заложен банку, и за который кредит еще не выплачен. И в один прекрасный момент банк может просто к вам обратиться и попросить вернуть долг по кредиту, либо забрать автомобиль. Кругленькую сумму. Да. Или остаться без колес. Прекрасные варианты. И часто такое бывает, по вашей практике? Ну, к сожалению, часто, да. Буквально вот совсем недавно знакомые купили машину, а потом забегали. Что делать? То есть вот так оказалось? Да. И скажите, пожалуйста, Мария Анатольевна, что делать? Во-первых, какие действия предпринять, чтобы обезопасить себя от подобной ситуации? Ну, здесь, во-первых, может спасти так называемый реестр залогов движимого имущества, созданный Федеральной нотариальной палатой. Достаточно зайти на этот ресурс, вбить ВИН-номер автомобиля, и вы увидите, находится автомобиль в залоге или нет. Угу. Дальше что сделали? Посмотрели, его нет в этом списке. Значит, все, можно сделку оформлять. Ну, вы можете, конечно, оформлять сделку, в принципе, быть спокойнее, но чтобы иметь 100% гарантию покупки автомобиля без залога, то в этом случае лучше обратиться к нотариусу и попросить выписку из реестра залогов. И в этом случае, если вдруг возникнет спорная ситуация, автомобиль все-таки заложен, но информация не внесена в реестр, то это уже будут проблемы банка. То есть в этом случае, если у вас на руках такой документ будет, то банк уже не сможет к вам предъявить претензии, а взыскание долга и автомобиль останется у вас. Таким образом, нотариус – гарантия того, что, по крайней мере, без автомобиля человек не останется. Будут какие-то проблемы, но чисто документального характера. Нотариус, ну, реестр залогов является гарантией, а нотариус вам может выдать выписку, заверенную из этого реестра. Скажите, пожалуйста, Мария Анатольевна, ну вот если эта ситуация уже произошла, вот ваши знакомые забегали, и что, к чему прибежали в итоге? Ну, сейчас только суд. Поможет только суд. Суд, в котором они будут выступать в качестве кого? Истцов или ответчиков? Ну, уже если банк не найдет старых владельцев, с кого можно взыскать долг, то уже новые покупатели будут, конечно, ответчиками. Ну, скажите, пожалуйста, если кто-то вот все-таки решит, в реестре залогов посмотрели или нет, на нотариусу сэкономим, что тогда данные покупателя обязательно, продавца, вернее, обязательно где-то записывать? И в договоре купли-продажи все данные продавца есть. То есть их надо тоже проверять, ведь получается, в этом случае? Ну, паспорта ведь тоже бывают поддельные? Ну, конечно, бывает, но здесь уже другая история. Которая к нотариусам не имеет отношения. Да. Итак, давайте алгоритм действий напомним при покупке подержанного автомобиля. Присмотрели автомобиль, что делаем? Как минимум, заходим сами на ресурс, вводим ВИН-номер автомобиля, проверяем. Как максимум, идем к нотариусу, берем выписку из реестра залогов. Реестр залогов, вот эти два слова ключевых надо запомнить. Да. На экране наши зрители, надеюсь, увидели, как называется этот сайт соответствующий. И после этого уже предпринимать все остальные действия по покупке подержанного автомобиля. Да, можно автомобиля. Спокойно покупать автомобиль. Мария Анатольевна, спасибо вам большое за эти разъяснения. Будем надеяться все-таки, что и в вашей практике поменьше этого будет, и в нашей жизни не будут встречаться такие мошенники. Вам отличного дня. Спасибо. А вам, уважаемые, напоминаем, что в рамках утренних встреч с экспертом сегодня о реестре залогов мы говорили с Марией Анатольевной Беспаловой, нотариусом города Перми. Будьте бдительны, и тогда все останется при вас, и автомобиль, и свободное время, и ваши нервы.